Я понимаю, у нас вчера совершенно правильно отметил Владимир Владимирович, что, конечно, конкретного человека не интересуют общие цифры, его интересует лично его судьба. Но, тем не менее, мы с вами, как государственные чиновники, должны понимать, в целом у нас более 1,5 миллиардов уходит на социальную поддержку граждан. Социальная поддержка семьи и дети – почти 1,5 миллиарда. Отдельно социальное обслуживание – это все наши стационарные учреждения, тоже больше 1 миллиарда. Не надо забывать, что министерство выполняет очень важную социальную функцию, и вот те слабо защищенные слои населения, конечно, они возлагают на министерство большие надежды и надеются, что те выплаты, которые они получают, будут приходить вовремя.